Александр Мишишаевич, сюжет – это всего лишь повод поговорить о чем-нибудь. Художник мыслит красками. Поэтому что хотел он сказать, он сказал. В общем, человек, который расстреливал царя. И, в общем, Мосин туда, значит, к нему поехал. И когда он от него вернулся, он был совершенно в страшном состоянии. Причем Мосин рассказывал Брусиловскому, и Брусиловский через много лет не в первый раз рассказывал уже нам. И вот он настолько вот передавал, то есть, видимо, его настолько потрясло вот это вот, даже переложение Мосина. Он говорит, Гена говорит, приехал в жутком состоянии. Он просто впал в запой, он говорит, напился страшно. И говорит, это было так жутко, как он рассказывал со сладострастием вот эти вот подробности убийства царской семьи. И вот с того времени Брусиловский как-то вот это вот думал про это. Вот. И вот этот портрет, он вот это последнее, что он написал, этот портрет. И мне кажется, он намного сильнее вот картины большой. И я не поклонник, скажем так, императора, у меня нет особых каких-то. Но вот такая трагедийность в этом. Все равно Брусиловский последних лет особенно, когда-то там в молодости еще много этого было. А Брусиловский последних лет очень много иронии все-таки. Вот если его смотреть работы вот после 90-х годов, вот эти вот, и он вообще более склонен к иронии, хотя мы знаем, да, у него там Пьета есть, и Несение креста есть, и вот где он там фашистов этих вот рисовал, которые из, да, вот у него, конечно, есть жуткие работы, но в целом все равно это человек не трагедийный по своему складу. А вот эта работа такая. Во время болезни он, конечно, говорил, я самый несчастный человек, потому что я не могу работать. Я просто самый несчастный человек.
Вот эта экспозиция, она как бы меняется или она... Это, я насколько понимаю, это собственность Евгения Ольговича. Да, здесь несколько картин дала Таня. Это вот эти вот две, вот эти две картины и портрет царской семьи. Это Таня дала. Ага. Передала музей. Нет, она просто дала повесить. Ну, вообще говоря, вот просто места мало. Для того, чтобы мы на самом деле мы рассматривали эту площадку просто чтобы заявиться, чтобы как-то была заявлена институция, чтобы уже как-то дальше...